Тактика, блядь. Какая вот тактика, блядь? У вас даже от кольца мрака нету сопротов от тёмки, блядь. Я в 240-м это убивал. Не что то вчера. Что? Правильно, нам надо нахуй. Что? Прист в рейд. Ты задонатил. Убийство задонатил. Проплатил 100к иллюжину. Блядь, я тупой. Я, короче... Блядь, как это... Сука. Ну и как, блядь? Пиздец. Мастер, ты отдыхать хочешь или что? Не, я спрашиваю. Так, куда тут идти, блядь? Если мы дауны, пойдем в три хила. Так. Это получается, если он скажет... А, он идет, да? Ну, я не знаю, тогда это минус один. Ну, конец на смену, либо на катасу. Так, а что, вам челик нужен? Ромка, путаница, катлас и раздавака, да? Ну, я предлагаю так, чтобы обиды не было, то есть просто 4 человека кинут ролл. Или мы делаем вайп, умираем и все. Катлас, да, потом и все. То дальше. А что, Катлас? Ты не хочет заебался уже. Да, погнали на самом разобьем. Ой, это... А где новое видео? Какое? Может, сдохнем вдвоем? Что, сегодня не было это на РТ там? А какое там те видео? Как мы стояли, блядь, час? А где вы час там стояли? Ну, возле келя, блядь. Возле келя. Типа РТ не было? Ну, охуенное было РТ, мне понравилось. Топчик. А в иллюжинах где видео? Ты что, не видел, что ли? У тебя нет, у тебя последнее вчерашнее видео. Ну, вчера и было. А сегодняшнее где? Не было там ничего. Сегодня среда. А че вы дохнете? Ну так быстрее будет. Пошли. Пиздец. И... Ой, блядь. Дай бать. Короче, я могу спокойно сейчас посмотреть видос, как там огонь второй кидается, да? Да, смысл. Ну я буду знать, вот мне так проще реально. Потому что оно не по таймингу нихуя кидается. ДБМ пишет одно, а кидается по-другому совершенно. Ну ДБМ это ж написанный, это ж не сам Сирусовский, сам понимаешь. Тайминги не совпадают. О, так это уже фаза пошла, нихуя. Мастер ну вот первый кинулся, мастер лёг. А со скольки фаза? С 80% идет что ли? Угу. А, ну тогда все ясно, нахуй. Не, да. Это бред. Я думал 75 на. Состав, знаешь, собран с тех людей, которые просто присунули. Это не тот босс, чтобы так делать. Да, с каких людей босс. Собран? Мастер крылья только не давай в этот раз. Короче, кольцо он кидает. Так, сейчас еще про кольцо посмотрю. Короче, этот первый огонь. Вот перевел на 80%, он первый огонь кидает через 10 секунд. По-моему так, 10 или 11. Второй огонь после первого, он кидает через 30 секунд, блядь. Это стоп у дня.
Вот, остается посмотреть, сбивается ли таймер кольца, блядь. Сейчас я посмотрю. Просто. Попробуем стопнуть, я скажу как. Кольца. Через. Так, вот фаза 2. Так, ну-ка, надо отмотать. Ну-ка, кольцо. 4 секунды было. Так. Только что на этой фазе-то не падайте. Ромка, а ты справа достоял? Угу. С Леной махнешься, она будет отбегать к кресту чуть ближе, а ты будешь назад. Хорошо. Пута, пута, пута. О, ну все, Лена, ты справа и так пошла, под стеночкой в сторону креста. Вопрос, почему девушки не умеют играть в эту игру? Чего не умеют? Умеют? Неправильно задан вопрос. Они все умеют играть в эту игру, только хотят ли и как. То есть ты можешь играть, вот я тоже могу играть, нахуй, знаешь, там, блядь, пуху 220-го, 200-ю похуй одеть, проста сделать, там, нахуй, и бегать как дурачок, нахуй. Я тоже так могу. Кто-то быстро. Короче, надо повесить, нахуй. Этот, блядь, какую-то квоту, нахуй, чтобы девушки не создавали ТКшников, нахуй. Ну потом нас назовут сексистами, да? Блядь, просто если не понимать смысл, то ну, хуй знает, что получится. О, все, начинается, блядь. Обиди, стремишься, вся хуйня. Это у мастера манера общения такая. Никого не хочет обидеть, на самом деле. Да, я долбоёб, всё нормально. Да, реально от людей еще зависит многое. Вот, ну вот ты в школе когда учился, вот ты вспомни, были такие челики, которые сидят там что-то, ну все пишут там что-нибудь, ну там какой-то диктант, да, допустим, там абзац текста. Рыбку поставьте. Ну все написали, все там, поставь. Все получают там 3-4, там пятерки получают. А челик какой-нибудь получает там двойку, нахуй. Ну у него пиздец, ни запятых, нихуя там, блядь, вместо А, О, нахуй, вместо Е. Постоянно назад, да, квадрат. Ну и такая вот хуйня. Вот просто есть такие люди, которые, ну, блядь, им похуй, понимаешь? Вот это все. Вот. Такие и тут в игре тоже есть. Которым говоришь. Рыбу кушаем, бафы кидаем. Говоришь, от двуручки агро больше. Так. Нет, надо одноручки. Делаем вот так. Ну. Чё, сейчас все хорошо, теперь никто из ДДшников не должен умирать. Вся тактика теперь. Раздавака, пошли со мной за угол. Тебе пизды давать буду. Ты уже кулаки раздай, не пизды. Ну так все верно, блин. Зэк, блять, а как она будет бить, если страйдера кайтить надо? Ну пешку надо кидать, блин. Давайте чек на готовность. Лена, ты справа от босса стоишь. Все готовы. Нет бафа от еды на попанец. Я, короче, сейчас тайминги вижу, и я скажу вам, ну будет когда. А вот что ты на него, сука, не орешь, блять? Вот тебе только что попанец. Да ну все называют, блин, потом. Путаница, путанец. Раздавай, ну блин, Лена, тебе надо просто имя бегал. Поменять. Ник поменять, да? Да, поменяй Лена, Артём будет. Поменяй ник. Блин, ну все говорят, знаешь, я ну на языке а уже. Путя, как... А Путя говорит. Не, я могу Пута называть. Тебя. Не вариант. Путя не будет, Пута. Потому что и Утя. Это же постоянно будет путаться. Сука какая-то по это. Еще как... раз. По-испански, что ли, или как там? Не помню, на каком языке. Пута, пута. В электрошам, блядь. По-испански, блядь. Заебись.
Не путаю. Секунду, макрос поменяю. Ты напутал. В пизду вас. Понятно. Мексиканский какой-то там. Они... Я чтобы сказать нахуй вас, она говорит в пизду вас. Хорош, 5 секунд, поехали. Может это короче, будет предложение. Я буду вашим таймером. Короче, сейчас будет кольцо мрака, внимание. Секунда. Нихуя кольцо, блядь. У как? Даже не дамаг. 2 секунды. Уйди кольцо от меня, мрака. Нахуй. Кольцо мрака. Секунда. Вот оно. Что ж происходит? Раздавака влево, блять, а не назад. Какаш. Секунда, кольцо мрака. Кольцо мрака, смотрите. Вот это да. Одна секунда, кольцо мрака, смотрите. Кастует. Кольцо мрака, секунда. Поберегитесь. Вот уже лучше. Кольцо мрака 2 секунды. 1, 2, кастует. Во. Кольцо мрака 2 секунды. За чуть-чуть в печеньку отойди. Я подвинулся. Не кастует, пидорас. Смотри, не кастует нихуя. Ждите, кольцо мрака сейчас будет. Уже скоро прям. Может будет. Вот я оно, еще вот подвинулся. Фаза через 0.5%. Кольцо мрака 3 секунды. Фаза. Так, кольцо мрака. Вот смотрите, сейчас будет кольцо мрака. Через 2 секунды огонь вешается. Внимание, вешается огонь. Смотрим на кого. На меня и ДНМ. Поджимай глыбу. Бля, что это за ДПС такой сумасшедший? Тихо. Щиты спасают. Так, вот кольцо мрака через... К тебе пришли. А, я иду. Ко мне пришли. Кольцо мрак. И смотри, огонь сейчас кидает. Через 3 секунды огонь будет. Огонь на двух шаманах. Вставалки юзай. Хорош. Вставалку юзай быстрее. Кольцо мрака сейчас, смотри. Кольцо мрака. Опа. Он будет юзать вставалку? Нет сегодня? И нет у него. ГП, ебать. Кольцо мрака, смотри. И огонь через 3 секунды. Внимание. Волман и вокруг да около. Кольцо мрака. Так, ты забрал. Кольцо мрака. Через 7 секунд кинется огонь. Надо спасти этих людей. Кинуть на них каплю. Захили. Секунда. Огонь. ДНМ вокруг да около. Вот. Видишь как? Круто. Вот. Захильте его. Одна секунда, кольцо мрака. Вот это да. Все, я без маны. Еще одна секунда, кольцо мрака. Есть гибна мана. Не, это бред. ДПС вот кольцо мрака, да подожди, нормально. Сейчас будет огонь через секунду. Кинется на людей огонь. Кинулся Волман вокруг да около. Нормально, захиливайтесь. Кольцо мрака. Так, 3 секунды. Нормально, сейчас убить. Просто захиливайтесь на фул. Кольцо мрака 3 секунды. Ну все, финал. Значит, кольцо мрака и сразу огонь. Вот кольцо мрака и огонь кидается, смотри. Кинулся на... И все сдохли. Да нет, маны не хватает. Не, это бред. Это нам бред. С финалами сильно не повезло, они все под нами. Да, просто надо было, ну, вот так вот выводить босса. Ну, ты представляешь, я подвинулся к
кто-то подвинулся, а для кого это тяжело было? Они все под нами. Был бы один-два, а их там... Возле стенки никого не было. Мне знаете, что кажется, что вот люди, которые убивают лича 25 гер, ну для них не должно быть проблемой куда-то там подвинуться. Просто вот так надо убивать, да и все. А вы что, сейчас 3 хила были? Да, 3. Ну хуй знает, да классы не те, блядь, не знаю. Не, ну можно электрошаму спекнуть в этого, в лема. Блять, на третий, на второй фазе. А диспелить кто будет? Я один? Ты чё? Ну не то, не то это, блядь, конечно. Ну, я могу вряд ли. Геру на 80. Быстрее переведём, быстрее. Просто надо по факту спасать людей. Ну реально, я не знаю, как вот сейчас 3 хила были. И как-то получалось, что рейд очень хуёво захиливался. Ну и люди ваншотались от огня. Назад, смотри, тебе надо как-то щиты кидать, когда огонь. То есть, вот именно рейд на щите не держишь. Как-то вот так надо, я не знаю. Прожимку давать, ну хуй знает. У нас нету ретрика, чтобы ману рейдить. У вас, по сути, на ману что там есть? Ну только если... У вас только один гимн есть. Да, да вообще говно. Где-то там. Гимн один. Мастер, иди за угол с ним. Я не знаю. Не, нахуй, да, нахуй не это не надо, блядь. Давайте разойдемся. В натуре никаких... Да раз мы забафались, еще разок под Герой. Вторую фазу под Герой бьем, да и все. Я добегаю, я на шахматы прибегаю. Нахуй ты тело покидал? Потому что я под боссом лежал. За боссом. Да ты отбегай. Как мы тогда убили вообще, блядь? Ну, нормальным составом. Это составы у нас были. Все сапроты пили, нормальные составы были. И все. Да, блядь, какие там сапроты? А там хочешь? Просто был турбо, чуван, сапрот, царь. Лапа друида. Лапа друида, 75 сапротов попадает. Ты посмотри ДПС, 5к, 5-6к, а там был ДПС. Ну, я не говорю, что тогда был царь или не был, я говорю, что там были ДПСеры 16-20к, нахуй, 3-4 штуки. Нет, там не было 16-20к, тут уменьшен ДПС. Ну, это утрировано, конечно, блядь, но... Ну, там не было вот этой 5к, там вот это 6к, блядь, вот этого говна там не было. Там друид хил был. Я в душу плюнул. Да ну. Все, пиздец. Блять, ты попал в тетрадь смерти, блядь. Жди. Ну тут реально как-то надо, ну я не знаю, ну чтобы вы сами видели вот эти тайны. Чтобы вы сами знали, что. Надо, чтобы ты за мишку зашел. Я за мишку. Блять. И я на танк, да? Это трай, пиздец. Сейчас и... Давайте один трайв, вам метод нету, берете и прописываете рейндж 10 и между собой даже рейндж 8. Ладно, если что, я первую стоит. Фазу не хилю, если рейд не подсказывается. Чтобы мана была на второй. Ну чё там, когда пул? Метки спали. Да похуй на метки, блядь, чего не. Я метки убрал, нету меток. Пишем вот это вот, то, что я написал, и все. Сбежался, разбежался, блядь, глаза есть. Босса отводим просто с трупа и все, когда будет метеор. Пиздец. А то, походу, вас метеор убивает. А, если чё, короче. Чё? А, не, Паш. Через я думаю, что в новом ДБМ не пашет это. Проверка дистанции. Все готовы, поехали. Пашет проверка. 8 метров поставили и все. 10, Паш. Ну, я его не буду ставить, стенки, у меня обзор хуёвый. Так да. Становимся все дальше. Дальше. С раздаваки диспель, если что, я не достаю.
если не буду хилить первую фазу, все равно хилю. Заебись. Ты флешкой хиль. Не, я не переношу флешку. По мане не сядет. А зря, кстати. Минус один. Как, да? Бах-бах. Не разбежался, да? Неудобно бегать. Знаешь, как мне говорили? Неудобно срать как ногами, а остальное. Неудобно на потолке спать еще, говорят. Не, срать вверх ногами нормально, если это. Нормальный напор, бля. Фонтанчик, да. Вот давно твой фонтанчик. Бля, я же смотрю, ты забыл. Мне уже полстаком скинулось, так. Если с твоим боссом я. Чё, когда там? На 80. 3%. Еще процент. Будет. Это вообще будет перефат. Я бегу. Хорош. Это же ранний твой, Геро, что же? Это обязательно. Геро, да, это ты. А смысл? Проверим. Раз, два, коронка, блядь, топ ДПС. Дадим. Ну, если я уже топ ДПС, это пиздец. Вот тобой кинул. Ой, не страшан, кольцо мрак. Да в пизду, да это блин говно. Бьём, да, знак пока, да последний. Да хуй знаю, ну это блин, блядь, все РДД, извиньте, если левее, чтобы меня не било огнем. Все левее, налево. Ой, назад, налево, все левее становимся, еще левее. Как я придумал его тактику, пацаны. Доходим до ледяного мира и ждем, когда откатится вставалки у шаманов. Заебись, да? Нормально. А воин? А похуй на него. Переводи босса чуть левее, я не знаю, двигайтесь. Не, это правей. Левее в другую сторону. Кольцо. Похуй, стой там. Короче, дал прожимку на рейд, может поможет. Сейчас вот как раз огонь будет. Вот огонь. Помогло, видали? Чуть-чуть, еще 35%. Мы переведем его. Давай, Лена, это твой звездный час. Бля, а там хороший. Ни разу не скидывал агро за час. А ты где, Электрошан? Так, бегу. Блять, огонь. На танк. Этот. Гимномана есть? О, смотри, режим берсерка активирован, фар. Давай, Лена, за всех, блять, за Родину, за Сталина. Давай, блядь, за жизнь. Да, да, все, да, она да, уже там бокал водки поднимает. Давайте больше големов. Ты что, переход на следующую фазу на 30%? На 30. А ты еще хуйня. Или на 40. Еще хуйня, ребята. Molate improved. Фаталити, блядь. Да, блядь, ну смысл, нахуй. Почти убили, ребят. Почти убили. Давайте ебашим, да? Я ебал. Да, хорош, я не знаю, блядь, сюда. Составом. Не, ну согласись, вот с таким ДПСом сюда смысл идти, блядь. Сколько там надо ДПС проходной? Побольше, наверное. Да, это проходной ДПС. Просто ты видишь,
кто-то сразу на второй фазе умирает. За ним следующий на второй фазе умирает. Ну как так, я не знаю. Кто-то и на первый. Три хила, тем более. Я бачу, рейди, нет. Ладно, ГГ. Эру. О, блядь, ГГ. Где там маленькие? Это они все виноваты. Кто там? Давай, врываемся. Что, ты уже сброс сделал? Нет, делай сброс. 9 часов чистим. Дайте.